Добрый день, на связи Планета Авто. Представляем вам краткий видеообзор на Honda Freed 2010 года выпуска на бензиновом двигателе, объемом двигателя 1,5 литра, 118 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, передний привод. Автомобиль в сером цвете, присутствует спойлер, камеры заднего вида, ветровики на хорошей резине, на литых дисках, центр замок, повторители поворотника в зеркалах. По салону. Салон темной тканевый, ухоженный, непрокуренный, присутствует третий ряд сидений, мультимедиа, кондиционер, климат-контроль, обогрев заднего стекла, мультируль, электропривод задних дверей, электрорегулировка зеркал, электропривод зеркал, 4 электростеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. Актуальную цену и наличие автомобиля можете уточнить по ссылке в описании к видео.